Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить батончики на перекус. Готовятся они предельно просто, всего лишь из трех ингредиентов. Нам понадобится курага и орехи. Орехи могут быть совершенно любые. Я возьму арахис, можно взять кешью. Смешаем до однородности в блендере. Добавим немного кокосовой стружки и еще раз все хорошо перемешаем. Если курага попалась достаточно сухая, ее можно предварительно размочить. А также для склеивания можно добавить капельку воды или подсолнечного масла. Получившуюся массу я выложила на клеенку, сверху закрыла фольгой и прокатала скалкой. Можно поместить между двух листов пергамента. Теперь с помощью ножа наметим ребра, для того чтобы потом было легче ломать на печенье. Отправляем разогретую на 80 градусов духовку на 20 минут. Курага придает легкую кислинку и делает их слегка тягучими. Орешки приятно похрустывают, а кокосовая стружка добавляет изюминку во вкус.